прочнуться, сесть за стерноти, как это называется правильно-то, самолета своего, ну и так подумать, а ти не полететь мне сегодня там, не веду, в Испанию, там, куда заугодно. Летели бегемоты с тужливой чародой, летели я на вырой осеннею порой. Крутится довольно так. Я не веду, как такая маленькая штучка может взлететь. Не бахнуться просто об глебу. Это невероятно. Будет классно. Зачапився за облака ногой, другий зыхтел по душе, обдрела головой. Закрочил я на рейсе, да тосклый бегемот, и песеньку веселую зарол як идиот. Тут будет тепло, тут будет солнце, тут будет море, пальмы и песок. Тут на краине скала мара, якую має кожен бегемот. Полеты — это мары, это что-то недосягальное. Небо, ты с ним живешь, и оно не то, как там каждый день турбую, але небо оно вабить. А полет — это такое свое маленькое житё. Ты вздымаешься и бачишь эту картинку, ты не отчуваешь себя в самолете, отчуваешь себя, как, напевно, птушка некая, якая вот узнялась и бачишь все сверху. В чем разница между пассажирскими самолетами и самолетами вот такими? У этих есть душа. Душа, якая прагнет вот этого полета. Ну так, конечно, адреналинчик захопливает, але есть певные моменты такого социального супокою. Ты летишь, ну як ось птушка парит просто в таким свободным полете. Когда ты летишь и бачишь просто простор, и такой момент зависания. Когда трапляешь в небо, то отчуваешь себе, вот в этом не обсяжно, то бы это свой такой маленький космос. Обидками дошу. Ну, не так страшно, на самом деле. Вельми классно и трошки так потрясло. Червоных яблок. Самое страшное это моменты повороту, когда вот ты отчуваешь, что ты уже вот просто. Вось-вось перакулишься, и вся эта прыгажость, захопление вот этим полетом, и оно перекрывает этот адреналин, это почувство такое, трошки таких приемных дрыжиков. Такая романтика, это все-таки романтика. Такий самолет, такая машинка, и она
все ж таки більш, напевно, проява такого романтизму у доброму сенсі. Я думаю, що кожен льотчик у душі поет. Ну, гэта штосьці вечнае, напэўна. Штосьці блізкае для сапраўднага мастацтва, да паэзіі, да музыкі. Хто б мог падумаць, што свабоду можа падарыць нейкая такая вось матэрыяльная, цалкам асязальная рэч. Трэба марыць, трэба ісці да сваіх мараў. Яны абавязкова здзяйсняюцца. Вось яны доказы. Калі ёсць грошы, то я не ведаю, я б набыў штучак 5 так. А нам бы лётаць, бо мы пілоты, а нам у неба панад зямлю. Мы папяровыя самалёты, бліжэй да неба за нас з табой. Няма нікога на белым свеце, і ўзяці мы яшчэ ў